Эммануэль Макрон назначил нового премьера Франции. Им стал 46-летний мэр города Гавр, республиканец Эдуард Филипп. Назначение не стало сюрпризом. Французские СМИ прогнозировали это еще на прошлой неделе. По мнению экспертов, накануне парламентских выборов в июле новый премьер поможет ослабить позиции правых, поскольку способен привлечь часть их электората на сторону центриста Макрона.